Это Game Pass. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, невероятные, замечательные, а также залетные и незалетные все зрители моего канала. Всем приятного просмотра, сегодня давайте с вами попробуем Train Sim World. Игрулечка из Game Pass у нас, правильно, новая? Так, давайте сразу с вами посмотрим управление игровыми приложениями. 32,5 гигабайта весит она. Вот, все, полетели. Всем приятного просмотра. Чеки, печеньки подготовили и погнали. Фред при помощи email. Ёп твою. А можно пропустить Б? Да. Пожалуйста. О, отлично, все пропустили. Осторожнее, возможно, ненормативная лексика. Ну, не факт. Азиат какой-то. Сейчас, да, нам надо выбрать героя нашего. Это сей... истории, что у нас там происходит. Интересно. Давайте ее, я не знаю, давай ее возьмем. Так, название. Профиль игрока. Го-го. Давайте ее. Го-го. Начинающий у нас. Поехали. Ресепшн. Что же у нас там будет? Давайте. Сейчас и познаем. Знаете, чем мне нравится Game Pass? Вот я раньше играл на PlayStation, там такой, конечно, подписки у меня раньше не было, сейчас уже появилась, конечно, PS Plus, да? О! Welcome to Train Sim World. Добро пожаловать в игру. An immersive and highly detailed rail simulation, featuring authentic routes and trains from around the world. Ага, хорошо, я понял. This is the training center. Учебный центр. Here you can learn about how to navigate and interact with the world, as well as how to operate the many trains. Хорошо, я понял, нужно научиться рейзами. Право, лево, хорошо. Так. Нам не надо ничего инвертировать. Блять, я не синвертирую. Синвертирую. Ну, неважно. Walk to the blue marker to complete the current objective. Хорошо, подошли. Так вот, на PlayStation у меня на тот момент не было таких, конечно, игр, которые вот, знаешь, вот сам не купишь, ну, блин, вот на вечерок, на два там вот залетел бы, конечно, поиграл. Там бывало, конечно, периодически по PS Plus что-то давали, но вот в геймпассе много такого, что ты такой смотришь, бля, там, знаешь, какой-нибудь, например... Quake, например, да? Лежит Quake старинный, ты такой, бля, когда ты играл в него. Запускаешь и балдеешь там. Хорошо. И получается... Хорошо, я понял. Пойдем, давай. Head into the main building, and you'll continue на главное your здание, где мы there. Пойдем. Что-то сидеть надо? Сесть, Y. You can pause Train Sim World at any point to review objectives and a lot of other information about what's happening at the moment. Try it now, and then return to the game after you've had a look around. Прекрасно, пойдем. Дайте мне уже поезд. Now that we've covered some of the basics of moving around and interacting with the environment, let's take a walk through the building and find the trains. Ага, научились мы. Все, во. Сколько поездов, мать твою! This is Central Square. From here mm-hmm. you can explore the main training center depot and surrounding yards. Пойдем на нее. Бегать. Это приседание на L, на левый стик. Your journey operating trains is just getting started here in the training center. Какой мой поезд? Always come back here from the main. Бля, ну где вы такое играли? Ну я говорю вот. И вот так вот зайдешь в такую цацочку, да, и поиграешь себе спокойненько там вечерок, два, побалуешься. Ладно, минут 10-15, ну блин, это удовольствие приносит тебе, потому что я на PlayStation играл только AAA из большего, хотя есть очень прикольные игры и необычные всякие. Продолжить главу 1. Этим мне нравится Xbox и Game Pass, что здесь вот
блин, игр вообще немерено, по сути, на любой вкус и цвет. Понятно, тем, кто уже давно покушал этого, скажем, Game Pass, они там уже с большей частью все попробовали. Но, тем не менее, постоянно новые игры появляются. Climb up the ladder into the locomotive and then sit in the seat. Давай, 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 давай. На какой номер? Подняться. Ух, блядь. О, о, о! Садимся, блядь. Так, сюда, мать не гай. Все, готов. Welcome to the most important seat. Добро пожаловать на самое важное место в поезде. Пока вы здесь, поезд находится под вашим управлением. Перед тем, как проводить поезд движением, давайте взглянем на интерфейс машиниста. Давайте взглянем, что у нас. The heads-up display is a guide to what your train is doing. Так. The main part of the HUD is the speed display. A white bar will appear around the outside to show your current speed, and the red mark indicates your maximum permitted speed. Хорошо. Для продолжения, можно я поеду уже? This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. This is the power display. A number will indicate what position the power or throttle control is in. Ну, я понял. Скорость, сейчас поедем. These are the brake indicators. The exact ones shown will vary by train and will often be visible in the train itself on various gauges. They tell you what's happening in the braking system. The most important one is the BC or brake cylinder. If that's reading zero, then your brakes are released. Anything else? And brakes are applied, and you won't be able to move. Every train can have small variations in the HUD unique to the way it works, but they will mostly look the same. As you learn to control new trains, study the HUD and learn how it helps you operate it. Короче, нам рассказали про тормоза, про скорость и про все такое. Где какие тормоза, почему они работают, где они работают, где не работают, что поезд не поедет без тормозов и все такое. Нам вот это все разбазарили. Ребята, девочки, продолжить. Можно поехать уже, пожалуйста, мне на вот этом поезде, который есть сейчас. Затягивается, затягивается вот это все. «Приведение поезда в движение» называется сейчас наша глава, и я надеюсь, что мы в ней уже поедем, мать его. О, эти звуки! В этом учебном модуле рассмотрено, как проводить поезд в движение и выполнить остановку. Stop again. Stop again and off. While many trains have different controls and are operated in different ways, there are basically always three controls that are common and are required to move the train. The reverser sets the direction between forwards and backwards. The brakes are used to slow or stop the train. Да, это уже говорили про тормоза. Где? The throttle controls how fast the train accelerates. Вот это? Давай я ее нажму и все. We want to move the train forwards. Рукоятка тяги. Keep the brake control and release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar, так. Pointing upwards. This will release the brakes fully. Поехали, блядь. Полный газ. Полный. О, окно открыли. Бля. О, блядь, можно прибыть. Опа, музыку включить вам. Курсор влево. И что это даст? Бля, ребята, прикольно. Сейчас поедем у Беларусь, у Гомель с вами, так? Я из Гомеля, из Беларуси. Откуда? Это у нас американские какие-то широты, да? Правильно? Или это Азербайджан, что, как вы считаете? Нажимайте, удерживайте левый бампер, чтобы уменьшить силу торможения. Наблюдайте за тем, как стрелка давления в тормозе... Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to zero. Не надо нам уменьшать тягу, нам нужно. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually. Ух, блёха, вы видали, как я лечу? Я скорость, я сила, максимум. Блёха! Вы видали, да? Я бляха, врезался. Давайте еще раз.
Ладно, давайте с вами что сделаем. Выйдем, мать его, главными. Где? Я не хочу. Не нужно мне вот этого всего. Не надо мне вот этого вот говорить. Все, я заглушаю, так? Уркаетка тяги, ноль. Приехали. While the specifics of operating brakes vary from train to train, the basic... Прекрасно. А можно мне все выходить? О, главное меню. Все, мы с вами... Теперь мы можем ехать на дальняк. К поездам. Ваша коллекция. Вот учебный центр. Поехали к поездам. Выбор маршрута. О! О! Давайте скоростной. Поехали. Нам нужен очень быстрый какой-нибудь пешком. А, нет. Официально, персонально. Погнали. Все, сейчас. Начать. А. Все. Я готов это сделать сейчас. Начать. Так, ребята, девочки. Всем пристегнулись, а мать его, в этом моей богадельне. Так, что это такое? Свисток. Что это такое? Не понял. Появляется ваш. Мне нужно. Уровень самопомощь машинисту. Оказать помощь машинисту. Ярда. А, подожди. А можно мне ехать теперь как-то? Где тяга здесь? Вот это сигнал. Не понимаю. Экстренное торможение. У нас нет тяги. Отключена. Там что-то писали? Удерживание тормозов. Нажато. Бля, я думал, мы просто поедем сейчас. Это что? Все, закрыли, заблокировали, мать его, двери. Все. Свисток. Тогда не галсму, нет? Что за кнопки? Так, вставьте главный ключ. А, блядь. А где главный ключ? Короче, нифига не понятно мне. О, что такое? О, о! Что это означает? Поедем? Не? Да мне не нужно торможение.
поехали. Короче, ребята. Вот заходите, значит, эту игру. Интересно. Я потом тоже буду в ней разбираться. Что так наскоряк? Играйте. Нифига не понятно. Очень интересно. И потом приду. Нам, короче, не удалось мне запустить этот поезд. Так что в любом случае, все. Всем спасибо за ваши просмотры, ваши лайки, ваши дизлайки. Тем, кто подтягивается, всем, кто отжимается. До новых встреч на моем игровом канале. Всем goodbye, пока. Пока. Пара-пара-пам. Прам.